Понял? Ура! Новое машиностроение. Нормально. По этой машине, вот. Сейчас. УВЗ. Урал вагонзавод. Вот он. УВЗ. Вот. Вот они. Осторожно. Открой эту красную. Стучи где? Еще один завод. Урал и Веков. Это с кем они живут? Французы, итальянцы. А это чисто русская. Да, это совместная. А вот не чисто русская. Вот видишь, сможем. Это с итальянскими уже, чтобы они заработали. Ну где ключ? Ключ где? Машины. Там какой-то боковой вариант. Вот, вот. А так это есть тихо. Ты что, не доказал? Вот это я понимаю. Подаем, тебе покажу. Вот эту тачку. Я тебе покажу. Здесь все российское. Где что? Раздавай мои конфеты. Как тебя будут брать, как тебе будут брать? Держи в руках все. Вот такую хочу. Вот легковой вариант. Вот не умеем торговать, но не умеем. Пришел человек, скорее, вот его, садись. И скорее снять, Никита. Владимир Львович, памятный портрет. Я знаю, где. Вот так развернитесь к нам. Да, давай. Охрана. А то мы все время вас... А вот уже есть все. Лестница есть какая-нибудь? Лестница. В этой машине есть лестница? Да, ребят. Ваня, охрана. И сюда, Дима. Ребята. Подними меня, ноги поставили сюда, сяду сюда. Там мокро. Дай пакет, пакет один, дай пакет чистый. Переложи все, из пакета в пакет, быстро. О, один пакет дай. Вот все, ничего не надо больше, все. Сзади кто-то один. Сзади, где еще охранник? Володь. В чем подрезать? Андрюша, сзади меня держи. Поднимайте. Можно все бана пройти. Еще держи, выше. Сзади, толкай сзади. Вот это лучшие машины. Вот итальянцы и вот. Нужно заработать. Вот УВЗ. Вот он. Урал. Вот. 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 Лучшая в мире машина. Вот за это они нас боятся. Потому что их мерседесы, все это мусорная яма. Вот, Урал. Итальянцы уже все, уже ерунда. Вот. А вот это будет идти. И вся Европа будет бежать. Сбегать будут все. Ну, вот, видишь, Павел Владимирович, Руспромавто, что я и говорил. Вот все правильно. Только переставить. Русавтопром. Конечно. Чтобы было нормально. Русские машины. Все, выполняется программа ЛДПР. А? Вот. Волжский автобусный завод. А покупают Икарус нахера. Вот стоит наш Волжский автобус. Где? Снял наш тебя? Урал! Вот Урал! Самая лучшая в мире машина. Урал! Урал! Никакого Ла-Манша, никакого Евросоюза. Все. Урал! Раздай всем газеты быстро. Мои песни, книги. Быстро все взяли. Быстро все по одной. Бегом. Урал! Лучшая в мире машина. Урал! Русский Урал. Красный Урал. Наконец открыли. Наконец пришел. Русские поздно запрягают, но быстро скачут. Но можно было открыть 10 минут назад. Вот только сейчас. Львович, а здесь даже лучше. А здесь лучше, там же ничего не видно. Конечно. Вы можете встать туда прям, да. Осторожно только, все нормально. Дайте кепочку. Пойдет. Пакет. Что там, кассета? Давай водителя и на Париж. А потом в Дакар. Шли бы вы все нахер, ваш Запад! Ваша сраная Америка! Вот она! Русский машина! Вот! Заводи мотор, ты западло! Заводи! Вот так должно быть!
А то ходит в очках, как не русская нечисть. Сколько стоит, где производит? Вот! Это машина. Иди, залезай. Лезь. И ложись ты, русский парень. Лезь, лезь, карабкайся. Вот так должен сесть Клебанов, Клебанов, Гаданников, Касьянов. Лежат, лежат из рук. И посылай нахер всех. Всех посылай. Скажи, все, наркоманы все там, это все. Все это прогнившая Европа. Ну что, Владимир, да. Пойдем на Багдад. Да. Багдад уже просрали, ты Москву давай спасай пока. Вот. Вот за ними будущее. Вот им. 15 лет. Вот 18 лет. Он вырос без коммунистов. Если через 20 лет этот Урал не будет стоять в Лондоне, мы тебя повесим на Красной площади. В Лондоне стоять должен. И американские солдаты должны мыть колеса. Ты понял? Все. Давай. Там я прав. Давай, ребеночка, сюда. Давай сюда, ребеночка. Забери ее, ребенка. Давай. Забери ребенка. Давай, на секунду, не бойся. Иди сюда, маленький. Не бойся, не бойся, все нормально. Иди сюда. Посмотри, какая машина. Хорошая машина. Иди. Иди, русский мальчик. Иди, иди сюда. Иди. Вставай, вставай. Вот. Сколько тебе лет? 3 года. Вот он, 3-летний мальчик. Сейчас 2003 год. И вот через 30 лет эти русские мальчики станут самыми богатыми. Дима, все хорошо. Дима. Все, Димочка. Кто виноват, что плачет мальчик? Коммунисты. Демократы. Зюганов. Явлинский. Немцов. Касьянов. Все, успокойся, Димочка.